Здесь стараемся научить тех, кто не приспособлен к жизни, жить самостоятельно. Те, кто не могут устроиться на работу, попробовать помочь им трудоустроиться. Те, кто не имеют прописки, мы даем временную прописку для, опять же, трудоустройства или решения в дальнейшем своих проблем. Ну и, соответственно, если поступает семья с детьми, наша задача – забота о детях. Значит, обязательно дети ставятся на учет медицинского учреждения, осматриваем здоровье детей, контролируем, чтобы они все получили прививки, которые необходимы, которых у них нет. Также, если возникает вопрос о необходимости постановки в центр СПИД и ВИЧ, помогаем, контролируем прием лекарств и так далее. То есть делаем все возможное, чтобы человек хотя бы на время понял, что жить можно и нужно, и что он сможет жить сам один, решая свои проблемы, что он один не остался и всегда может найти помощь, например, в государственных учреждениях.